Велика польза этой ягоды для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Она помогает при изжоге, а со временем помогает полностью избавиться от этой проблемы. Благоприятно сказывается на работе желудка, печени, селезенки, почек поджелудочной железы, уменьшает колики. Черная смородина может помочь снизить давление и улучшить здоровье сердца и сосудов. В черной смородине содержатся флавониды, которые, представьте себе, могут улучшить кровообращение и защитить стенки артерий от повреждений. Если вы страдаете различными заболеваниями печени, черная смородина придет на помощь. Дело в том, что в этой ягоде есть полифенолы, которые блокируют патологии этого органа. Для улучшения своего состояния включите в рацион эту ягоду. Давайте разберемся, как черная смородина влияет на суставы. Благодаря гамма-линолевой кислоте, содержащейся в черной смородине, полезные свойства сказываются на состоянии суставов. Ягода снимает воспаление, избавляет от болевого синдрома, способствует увеличению амплитуды движений. Смородина разжижает кровь. Употребление черной смородины способствует укреплению стенок сосудов и предотвращению заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы. Смородина разжижает кровь, препятствуя образованию тромбов, повышает эластичность сосудов, защищая их от ломкости и предупреждая развитие атеросклероза. А вы знали о том, что смородина считается растительным антибиотиком высокого качества, который борется с воспалительными процессами в организме и мочеполовой системе? Также смородина черная, свежемороженая, снимает усталость глаз и замедляет развитие катаракты за счет каротина и витамина Е, подавляет боли в суставах при ревматизме и артрите. Из этого можно сделать вывод, что смородина полезна как в свежем виде, так и замороженном. Сколько черной смородины можно есть в день? Ягоды черной смородины рекомендуется употреблять в количестве 100 граммов в день в качестве профилактики. Смородина – источник пектина, природного адсорбента, который связывает и выводит из кишечника вредные вещества. Поэтому отвары смородины полезны при отравлениях. Как влияет черная смородина на сахар в крови? Черная смородина ослабляет подъем уровня глюкозы в крови и задерживает ее падение. То есть горсть смородины, съеденная вместе с десертом, поможет организму легче пережить сахарный удар. Черную смородину назначают при гипертонической болезни, аритмиях. Смородина хорошо действует при атеросклерозе. Листья и почки растения применяют как мочегонное средство при воспалениях мочевыводящих путей. Листья смородины используют как пряность при засолке овощей и грибов.